Вот, друзья, приехали. Лес. Тут у меня скиф похоронен. Это военные проводят иногда учения. Земляночка. Несмотря на то, что жарко, в футболке, а в лесу еще снег встречается. Вот. Это следы от ярс. Это здесь же эти РВСН. Вот что-то понастроили опять. Смотрю, здесь сделали новую землянку. Да. Да. Вот она, могилка скифская. Надо будет чем-то обозначить что-то. Я так ее даже не сразу нашел место. И эти военные перекапывают, чтобы не перекопались. Ладно, заехали, навестили. Вот, друзья, выбрались таки на воду. Сегодня хочу попробовать новый моторчик. Ну, как новый, бэушный, конечно. Бэушный вот такой вот есть. Вот он, Suzuki 9.9. Сейчас буду первый раз заводить. Купил с рук, поэтому сам толком не проверял. Не знаю, во что выльется. Вот, мы сегодня с Атиком выбрались. Вот он, Атик сидит. Ну, сейчас потихонечку начнем, наверное. Потихонечку начнем. Вот. Значит, что нам нужно? Вверх опускаем мотор. Опустили. Затяжку проверяем. Вот еще ослабленный. Стрелка-то хоть правильно? Стрелка правильно, к мотору. Итак, друзья, продолжаем. Вот. Подкачку сделал. Вот это моя гидравочка. Так, еще по полу начала просто. Немножечко ставим на первое положение. Продолжение следует...
разочек. От теплого. Ну да, прекрасно. Около 1000. Потихонечку пошли. Работает. Ну что, друзья мои, как я говорил, взял мотор 9,9. Не рассчитывал я, конечно, в этом году даже его взять. Сами знаете, что происходит. И с ценами, и с наличием, и вообще со всей этой ситуацией, с войной. Не на что было рассчитывать. Никаких покупок. Вот, но тем не менее, вот как-то случайно подвернулась возможность. Взял старенький бушный Suzuki 99 AS, DT 99 AS двухтактный. Вот, уже не до жиру, не до Yamaha. Ну что, тоже мотор хороший, мотор известный, популярный. Взял. Вот, конечно, лодка, она под это рассчитана, под этот мотор, конечно, идет прекрасно. Разлегся. Лодка идет прекрасно с этим мотором. Многие в комментариях писали, что типа вот, ну как же так, с этими маленькими моторчиками, то, что я ходил. Но я ходил, потому что не было возможности. Не было возможности взять. В свое время распродал все. Вот сейчас пришлось все потихонечку поднакупать, восстанавливать комплект. Вот, так что есть возможность куда-то выбраться, потому что это прямо критически необходимо. Я вот чувствую, критически необходимо куда-то выбираться от этого всего, от этого. Такой способ внутренней миграции, вот просто уйти в лес, в природу,
уплыть и оторваться от этого окружающего информации, от окружающего, от происходящего, от этого карнавала безумия, который происходит сейчас в России. Вот. Поэтому вот взял этот мотор. Надеюсь, что получится. К тому же Атику уже 12 лет. Тоже парень скучает по походам. Надо тоже дать ему возможности где-то походить, побывать еще на природу. В то небольшое оставшееся время, что ему отпущено. В общем, надо успеть. Поэтому будем ходить, я надеюсь. Мотор прекрасен. Мотор прекрасен. Не зря он популярный. Да. Вот так. Так что пойдем потихонечку. Вот то место, где мы с Димой отдыхали осенью. Вот это стало. На берег не пойдем. Дмитрий Владимирович, как вспоминаете? Вспоминаете места? Лодочная станция, лодочные гаражи, вот так вот они, как Шанхай такой, прям муравейник такой вот, гаражи, домики, все люди понастроили. Я там был, покупал себе Меркури мотор, вот в этих гаражах. Там течет своя жизнь, свой быт, очень так интересно. Какие люди сидят, рыбачат. Хорошее местечко. Про него мне сосед говорил, про этот остров. Ну, вот здесь смотрю, даже здесь народу-то довольно много. Хорошо, прям чувствуется весна, птички поют. Очень красивое место, красивый островок. Кстати, как гуляем. Да, здесь можно прямо с палаточкой встать. Но судя по встречающимся мусору и таким шашлычным местам, то народ здесь бывает, конечно, довольно много. Thank you.
все равно хорошее место. Ну что, моторчик проверили, сейчас будем собираться, наверное, потихонечку. Вот она, наша лодка. Мотор себе показал с лучшей стороны. Кого-то нашел. Этот гаврик кого-то нашел. Пока. До встречи.